Стамбульский аквариум открыл двери своим первым посетителям в 2011 году. Совершая прогулку по аквариуму, посетители переместятся из Черного моря в Тихий океан, пройдя в общей сложности расстояние в 1,5 километра. Каждый из залов подробно описывает подводный мир отдельного региона. Экспозиция начинается с фауны Черного и Мраморного морей. Следующий зал рассказывает про рыб, обитающих в водах пролива Босфор. В зале, посвященном проливу Дарданеллы, посетители увидят не только населяющих эту местность водоплавающих, но и познакомятся с героической историей региона. Отдельные экспозиции представляют Эгейское и Красное море, Атлантический океан. Зал, посвященный Антарктике, украшает 2-метровая глыба настоящего льда. Отдельное внимание стоит обратить на модель строительства Суэцкого канала. Детям и взрослым понравится модель затонувшего в Атлантике судна, на которой можно подержаться за штурвал, изучить азбуку Морзе и позвонить в корабельный колокол. Еще одно знаменитое судно, представленное в Стамбульском аквариуме, Наутилус, здесь наглядно показано, как меняется морская фауна в зависимости от глубины. Пожалуй, самое впечатляющее зрелище – огромный аквариум с акулами и другими населяющими Атлантику рыбами. Завершает путешествие по Стамбульскому аквариуму тропический дождевой лес Амазонии, где в специально созданных для этого условиях температура, освещение, влажность живут пираньи, крокодилы и любимцы детей – капибары. Всего в Стамбул-аквариум вы увидите 64 аквариума, общим объемом около 6800 кубических метров, где представлены около 1500 видов рыб и пресмыкающихся, общее число которых около 15 тысяч. На территории аквариума находятся 3 кафе и ресторан, где можно перекусить, наслаждаясь видом на Мраморное море. В непосредственной близости расположен современный торговый центр «Аквафлоре», где можно найти магазины всех популярных турецких и иностранных брендов.